полное представление о возможностях, технических и выразительных возможностях моего фагота может представить компакт-диск, содержащий 15 произведений. Музыка для фагота. Это вот аннотация компакт к диску. Для доказательства конкурентоспособности нового фагота мне понадобилось выступить во всех доступных ипостасях инструментального мастера, материализовав новые инженерные предложения в условиях жилой квартиры, исследователя, первооткрывателя новых возможностей фагота, исполнителя первопроходца на модернизированном инструменте, автора опубликованных методических и иных трудов, первого исполнителя новых произведений на модернизированном фаготе и редактора-составителя новых произведений. Одним из сборников являются пьесы для фагота и фортепиано композиторов издательства «Барнаул» 2002. Произведение для фагота соло и фагота фортепиано композитора Евгения Галкина. Издательство «Барнаул» 2003. И сочинение ярославского композитора Владимира Веденского «Концертино для фагота с оркестром», предложение автора для фагота и фортепиано. В ноябре прошлого года с оркестром Алтайской филармонии прозвучал концерт для фагота «Андре Жолеве» в моем исполнении. Готов продать инструменты собственной конструкции фирме по изготовлению фаготов, ученому, занимающемуся вопросами истории инструмента, либо музею. Телефон для контакта. Россия, 3852, код, телефон 26-62-18. Thank you.
Thank you.
Thank you.